Всем привет, с вами дядя Володя Страшный, и хочу с вами со всеми поговорить, как у меня бывает, а может быть и вы присоединитесь ко мне и скажете, что так бывает у всех, ну потому что так было и у вас. Вот бывает, что-то красите, там краски немножко остается, или там какого-то грунта вот так вот наведенного, и вот так он стоит, и выбросить жалко. И применить негде, ну, до какого-то поры. А когда эта пора наступает, что ты ходил, нашел это место, глянь, приходишь, а он уже застыл. А застыло еще и вместе с кисточкой. И когда можно было помыть кисточку, выбросить, это все не сделано, а потому что думалось, что пригодится. А когда настал момент пригождения, уже все, уехал. Ну и так вот то же самое по полкам, тут везде баночки, скляночки. Вот нашел, смотрю, это вообще красилось при царе горохе. Это какой-то вот садолин русский. Блин, ну там есть что-то. Думал, что он вот такого темного цвета. Думаю, может это сейчас этого мобила подкрашу раму, там где-то что ободралось. А открыл. Открывал, наверное, минуты три. Тут все прилипшее, примерзшее. А там вот такой цвет голубой. Все, закрыл назад, все вот так вот забил. Потратил время. Опять, вот, нахожу. Тоже когда-то что-то красили. Думаю, сейчас, ага. Вот оно вроде как. Сейчас, как возьму. То я этими пассатижами отрывал тут герметизацию. То снимал. Снял, взял отвертку. А тут вот такая вот, как она называется, ну, вот так вот, пластилин, короче. Не, ну если сюда добавить что-нибудь, может она и растворится, может что-то и получится. А вон, даже там он, там даже проткнулась где-то вот эта шкурка, видите? Там еще более-менее такое вот, можно, наверное, растворить. Но так, с другой стороны, только что. Пакет мусорный и все на свалку. Вот об этих вещах, о таких вот моментах хотел я вам рассказать. Может, у вас так было, пишите. Ну да, пишите, а что? То есть рассказывайте. Ну, всем спасибо, всем пока, до новых встреч. А мне теперь придется мыть отвертку вымазанную. Беда. Что забыл я, попрощался, да? Ну а о чем мы тогда тут сидим? Все, пока, давайте. А ну да, кстати, еще чуть не забыл вам похвалиться. Вот он проект мой, да, планетовский двигатель. А вот уже начали поступления мне запчастей. Левая крышка двигателя. Такая обалденная, да? Осталось правую где-то найти и сцепление. Потом я поднакоплю денег и куплю этот пускачевский цилиндр с головкой, с поршнем. Будет у нас водяночка. Но все равно запчастей не хватает. Помаленьку будем собирать.